Привет, меня зовут Алексей Каталевский. Сегодня вам не придется слушать нудный рассказ про всякие истории жизни, биографические факты, и не будет никакого топа про монстров, Лавкрафта и чем они интересны. Сегодня задача стоит более глобальная. Моей задачей сегодня будет заинтересовать вас, чтобы вы посмотрели этот фильм и в конце сказали: «Черт побери, я ничего не понял, но мне очень интересно». Ну что ж, давайте поговорим о теме, которая поменяла весь мир ужасов, а именно произведение и вселенная Говарда Филлипса Лавкрафта. Может быть, тогда все и началось? Или же все этим закончилось? Нужно просто вспомнить. Расставить по порядку, тогда все станет ясно. Ребята прислали мне посылку из России. Единственный экземпляр, что им удалось найти. Эта копия была меньше, чем я представлял. Но этого было достаточно, чтобы сдвинуть мои поиски с мертвой точки. Некрономикон. Уже знакомое слово, не правда ли? Наверняка вы слышали его до этого и не придавали значения. Черт побери, откуда же это слово? Более того, сегодня я вам расскажу множество фактов о том, что вы уже знакомы с этой вселенной, что вы уже слышали, что вы уже видели. Но только сегодня вы поймете, как много это значит для всего мира, для мира литературы, для мира кино, да, может быть, для мира вовсе. Начнем по порядку. Кем же был Говард Филлипс Лавкрафт? Маленький мальчик был рожден в очень обеспеченной семье и с большой любовью к книгам, к литературе, к медицине и к звездам. И с очень большой неприязнью к морепродуктам. Это не шутка, он, правда, ненавидел морепродукты. И, видимо, от этого мы получили так много очень ярких и омерзительных образов. Он, как и любой художник, черпал вдохновение из всего того, что окружает его, из всех чувств, которые он переживает, и всего того, что он видел в своей жизни, что он любил и что он ненавидел. Например, он был большим фанатом мифологии Востока, и даже планировал стать мусульманином. Но, к сожалению, ему это не удалось. Но при этом он взял максимальное количество информации из всех этих историй и создал персонажа, который зовется Безумный Араб Аль-Хазрет, который был автором Некрономикона. Но мы ушли слишком далеко. Давайте по порядку. Говард Лавкрафт создавал такие истории, настолько глубокие и настолько проработанные, что некоторые люди до сих пор верят, что он не придумал Некрономикон, а нашел его и прочитал, и поведал нам о всех его историях. И, может быть, все это правда на самом деле? Начнем с того, что же такое Некрономикон, не разбираясь, был ее на самом деле или нет. Это книга собранных заклинаний и всяких страшных историй про то, какой наш мир на самом деле. Кто в нем живет, боги, монстры и разные другие создания, которые даже не поддаются описанию.
Он обтянут человеческой кожей. И, разумеется, написан он кровью. То есть, был ли Некрономикон на самом деле? Или нет? Вы думаете, я сейчас об этом вам скажу? Нет, это немного другая передача. Если хотите услышать факты, которые доказывают, что было на самом деле, пойдите к Топе и посмотрите его шоу. У меня немного другая специфика. К тому же, если мы разгадаем все загадки сейчас, будет не так интересно. Лавкрафта в Нью-Йорке было неуютно. Я бы тоже чувствовал себя неуютно, переезжая из одной тесной комнатушки в другую. Хотя дома-то достроили на славу. Если он взял всех своих монстров из воображения, то почему от его жилья так веет холодом? Провиденс. Место, где был рожден ужас. Или просто город в штате Род-Айленд, где был рожден Говард Филлипс Лавкрафт. Детство и взросление Говарда проходили в Провиденсе. Его отец сошел с ума по неизвестным причинам, после чего был помещен в лечебницу, где и скоропостижно скончался. Дедушка Говарда стал кормильцем семьи, и ему это было только в радость. Да и домик на Энджел-стрит 454 был очень внушительный. Это тот самый дом, в котором Лавкрафт познакомился с гигантской библиотекой своего деда. К сожалению, сейчас дом уже снесен. Дедушка умер, когда Говарду не было и 15, и он с мамой потерял единственный источник материальной помощи. Им пришлось переехать из большого особняка в апартаменты попроще. Дом 598 на той же Энджел-стрит. Кстати, этот дом все еще стоит на том же самом месте, и любой желающий может его посетить. С тех пор и до самой смерти великий автор так и не сможет стабилизировать свое финансовое положение. Попытки свести концы с концами стали вечными спутниками его жизни. Он очень любил свой город, поэтому большинство его произведений происходит в зоне Новой Англии. Род-Айленд, Бостон, Провиденс и несколько городов вокруг, названия которых вы наверняка уже слышали. Название Архэм вам что-нибудь говорит? Некоторое время, конечно же, Лавкрафт жил в Нью-Йорке, потому что он не очень далеко от Провиденса, и ему приходилось иногда переезжать. Но ему не очень нравился большой город. Поэтому становление автора и большинство его историй были написаны именно в городе Провиденс, и в основном на Энджел-стрит. В первом доме Лавкрафта у него была гигантская библиотека. Разумеется, он ребенком шастал через все полки, доставал любые книги, читал буквально обо всем, чтобы узнать как можно больше об этом мире. И потом шагнуть дальше. А также он очень любил звезды. Он даже хотел стать астрономом. И много времени посвящал тому, что посещал гигантскую обсерваторию в городе Провиденс. Мы сегодня ее еще увидим. У его семьи начались проблемы. Проблемы с деньгами, родственники начали умирать, сходить с ума. Не очень веселая история. Но все эти ужасы он просто копил в себе и потом выплескивал на бумагу. Поэтому это ужасно произнести, но на самом деле это была цена за искусство. Слышали вы когда-нибудь про такого классного дядьку, как Алан Мур? Если нет, то давайте я попробую вам немножко намекнуть. Знаете такие произведения, как «Хранители», «В» значит «Вендетта» или, может быть, «Убийственная шутка»? Да, видимо, вы все-таки знаете, кто такой Алан Мур. Что если я скажу вам, что он являлся автором гигантского комикса под названием «Провиденс»? Удивительное произведение, наполненное кучей отсылок к вселенной Лавкрафта. Оно не отсылается к каким-то конкретным произведениям, просто пока вы это читаете, вы начинаете узнавать что-то здесь и что-то там. Комиксы. Веселые картинки для тех, кто не умеет читать, как говорит моя бабушка. Вот только веселые картинки с названием «Провиденс» ссылаются на реальные места. Тот же адрес, тот же дом. Что еще из комиксов существует на самом деле? Тогда я еще слабо представлял, что это значит. Но я был уверен, что, чтобы во всем разобраться, нужно ехать в Провиденс. Где же находится этот чудесный Провиденс? Всего лишь каких-то 3 часа от центрального вокзала, штат Род-Айленд,
около 60 баксов, и вы будете там. Новая Англия. Таинственный Инсмут. Дошли вы Аркхэм. Ужасающий Данвич. По описанию в книгах эти города должны были быть здесь. И выжженная земля цветом изданных миров. И холмы, на которых Юг-Сатот зачал два своих отродья. В книге я видел описание существ, которые очень похожи на те, о которых я прочитал в рассказах Лавкрафта. Только тогда мне еще не было понятно, кто же был первым. Лавкрафт, что придумал Аль-Хазреда, автора Некрономикона. Или же Говард Филлипс, который позаимствовал персонажей у Безумного Араба. Нужны были доказательства. Более существенные, чем слова на бумаге. И у меня на тот момент уже было кое-что. То, что я нашел много лет назад. И намного южнее. Это были долгие скитания по пляжу Тихого океана. Я расспрашивал местных жителей в поисках нахождения следов древних ацтекских племен. Но я не думал, что найду нечто подобное. Нечто гораздо древнее. Кнглуи, Мглавх, Ктулху, Рльехт, Мнахт, Квтаган. В своем доме мертвый Ктулху ждет и видит сны. Поговорим о самом известном лавкрафтовском монстре – Ктулху. Мы все о нем слышали. Не притворяйтесь, что вы о нем не слышали. Вы знаете, как он выглядит. Вы видели его на футболках, разных игрушках, в играх и даже в некоторых фильмах. Гигантское чудовище, которое одновременно подобно человеку, дракону и осьминогу. И бог знает чему еще. Он живет на дне Тихого океана и ждет своего возвращения, чтобы установить новый порядок на Земле. Но пока что он может только лишь спать и отправлять сны в головы очень впечатлительных людей. И совершенно логично, что прочитать вы о нем можете в одном из самых известных произведений Говарда Филлипса Лавкрафта, а именно «Зов Ктулху». Ктулху в современном мире имеет очень много разных воплощений, некоторые из них даже очень милые. Но, к сожалению, даже меньше половины людей понятия не имеют, откуда он взялся. Некоторые думают, что это часть мифологии, некоторые думают, что это как интернет-мем, типа Слендера. Давайте исправлять это и нести в массы. Но подождите, мы уже где-то слышали про Некрономикон, про Ктулху и все эти тентакливые истории. Мы где-то все это уже слышали. Но мы до сих пор не можем вспомнить, где. И что это за такой знакомый символ? Поверить в подлинность экземпляра книги мне удалось сразу же. То, что я смог расшифровать, привело меня к символу, который мне уже давно был знаком. Во многих культурах спираль обозначает символ жизни и бытия. Жизнь идет, закручивается, стремится к бесконечности. Но также это чертовски похоже на вихрь. Первобытная тьма, именуемая Хастур. У него есть и земное обличие, способное общаться со смертными, и зовется оно Король в желтом. Символы на каменных скрижалях Луизианы. Символы вблизи кладбища Провиденс. Вы даже не представляете масштабы трагедии.
Вы не представляете, сколько отсылок вы пропускаете, когда вы смотрите фильмы, когда вы читаете книжки и когда вы видите разные истории. И настоящий детектив – это тому пример. Вы ведь не знали про то, что галлюцинации героя Мэтью МакКонахи – никто иной, как Хастур, король в желтом. Знакомое слово? Да. А если вы слышали про настоящий детектив, вы очень любите истории про маньяков, любите хорошее кино, любите хорошие сериалы и до сих пор не смотрели настоящий детектив, то вы Но если после просмотра моего фильма вы пойдете скачивать настоящий детектив, то я никому не скажу, что вы долб***. Гильермо Дель Торо. Человек, у которого нереально варит башка. Человек с просто невероятной фантазией. Он придумывает столько монстров, столько шестеренок, и они вместе работают и показывают нам удивительные истории, страшные сказки и ожившие комиксы, например, такие как «Хеллбой». Вы даже не представляете, как много отсылок на произведения Лавкрафта скрыто в истории Гильермо Дель Торо. Лично для меня Гильермо Дель Торо – это человек, который меня вдохновляет. Почему? Потому что он не сдается, он все время делает то, что считает нужным, и творит просто охренительные вещи. И теперь у нас есть доказательства. Например, «Форма воды» наконец-то была признана и получила «Оскар» за лучший фильм 2017 года. Но вернемся к отсылкам. Помните «Хеллбоя»? Достаточно вспомнить даже богов Ол-Джук-Джахат, которые пролезают сквозь пространство и пытаются завладеть миром. Кто это, как не Азатот или Йоксатот? Или как один из других страшных богов, придуманных Лавкрафтом. Или даже вы можете вспомнить, что в себе носил Распутин. Помните этот тентакливый ужас? Да, что-то лавкрафтовское в этом есть. Вспоминаем классику нашего детства. «Зловещие мертвецы» или новое произведение «Зловещие мертвецы. Черная книга». Люди относятся к нему по-разному. Но идея одна и та же. «Некрономикон» – книга мертвых, которая способна призвать нечто ужасное. Нет конкретных отсылок к Лавкрафту, но вы понимаете, что это такое. Кто приходит первым вам на ум, если я начну просто описывать, как выглядит Ктулху? Человек с лицом, похожим на осьминога, у которого щупальца идут от лица. Вы уже понимаете, о чем я. Пираты Карибского моря. Дэвид Джонс – это прообраз Ктулху, просто гораздо меньше. Черт возьми, да даже в Саус Парке были отсылки к Ктулху. Не просто отсылки, там был Ктулху, который дрался вместе с Картманом. Он стал лучшим другом Картмана, как его домашнее животное. Только представьте, в скольких фильмах видели гигантскую библиотеку, где полки ломятся от книг, и обязательно какая-то из них является произведением Говарда Филлипса Лавкрафта. Конечно, вы можете сказать, что это неправда. Но чего далеко ходить? Поговорим об Аквамене. Даже в нем, в самом начале фильма, вы можете увидеть большущую отсылку к произведениям Говарда Филлипса Лавкрафта. Вы помните тот момент, когда мама Аквамена знакомится с папой Аквамена. И перед тем, как уйти в шикарный переход, мы видим шарик с маяком внутри. Но на чем он стоит? Если вы посмотрите внимательно, вы можете увидеть несколько книг, и одна из них – это «Данвичский ужас». Вы, наверное, думаете, что «Данвичский ужас» – это одно из произведений, наполненных всякими рыбными созданиями, с тентаклями, рыболюдьми и всем прочим. Но, удивительно, но, честно говоря, нет. Это история про двух братьев, в одном из них чуть больше человеческого, в другом гораздо меньше. Они пытаются сосуществовать вместе, чтобы добиться великой цели. Звучит знакомо, не правда ли? У океана можно найти много интересных вещей. Вещи неудачливых мореплавателей, мертвых рыб, засохшие морские звезды. Мы привыкли, что океан только дает, мы забираем. Мы забываем, насколько он глубок. И что до сих пор мы толком не понимаем, что творится на самом дне. Мы живем у океана, гуляем рядом, купаемся, плаваем на лодках, стараясь не представлять эту давящую тишину и мрак под толщей воды. Сколько всего сокрыто от человеческих глаз.
Мы дети, танцующие у края бездонной пропасти. Пора сопоставить реальное с выдумкой. В произведениях Лавкрафта было полно адресов и описаний местности. Нужно было их проверить, и я пошел искать. Томас Стрит, том 7. Он описывался в романе «Зов Ктулху». Иллюстрации доказывали, что том с тех пор не изменился. Как же истории про невиданных богов непонятно где могут напугать нас так же, как то, что мы можем ощутить на себе? Отличный пример. И сейчас я на основе этого примера постараюсь вам объяснить, что происходит. Мы начинаем с того, что большинство историй Лавкрафта начинаются именно с совершенно понятных нам вещей. Человек переезжает в неизвестный город, или заходит к своему другу домой, или просто идет на работу. Возможно, вы можете сказать то, что за 100 лет восприятие этих книг абсолютно обесценилось. Потому что сейчас гораздо сложнее почувствовать страх, когда вы идете в какой-то рыбацкий городок. Почему? Потому что у нас всех есть в кармане телефон, мы можем просто загуглить, где я сейчас, и позвать Uber. Обесценивание. Давайте попробуем рассмотреть это на основе одного из моих любимых произведений «Тень над Инсмутом». Инсмут – это город, жители которого совершили чудовищную сделку с богом Дагоном. Дети Дагона и человека рождаются людьми, но со временем они превращаются в глубоководных, уродливых монстров, напоминающих рыб. Представьте, что вы попали туда сейчас, и уже темнеет. Телефон не ловит, автобусы до утра не ходят. Укрыться негде, ведь в городе вы единственный человек, и ваш запах выдает вас. Темные фигуры смотрят на вас из-за каждого угла пустыми, выпученными рыбьими глазами. А из-за их капюшонов извиваются щупальца. Вас ужасает сама мысль, что раньше это было человеческим лицом. Представьте, что с вами сделает безумный культ тех, кто продал своих собственных детей подводному монстру. Существуют истории, которые очень интересно читать. Возможно, они даже устаревают гораздо медленнее, чем другие истории. Например, кинговские ожившие машины. Я очень люблю Кинга, да, но некоторые из его историй просто морально устаревают. Ожившие машины? Блядь, серьезно? Например, максимальное ускорение. Комета проезжает и касается грузовиков, и они все оживают. Это немножко тупо. Конечно, когда эта книга была написана, все было в порядке. Потому что никто даже не задумывался, как это работает. Но сейчас даже любой ребенок понимает, что если в машину вселяется дьявол или инопланетяне, они могут управлять электроникой, но они не могут управлять механическими частями. Например, нажимать на педали. Так, часть вторая. Масштабы трагедии. Как это работает? Мы начинаем свою историю с того, что узнаем главного героя, мы понимаем его проблемы и как он начинает действовать. Это очень личная история, но после этого она начинает разрастаться. После большинства историй Лавкрафта вы будете ощущать несколько стадий принятия ужаса. Первое. Черт побери, как страшно жить. Второе. Жить очень страшно. Но насколько я мелок в этом мире, ничего не имеет смысла. И часть третья, моя любимая. Я настолько мелок в этом мире, что все мои проблемы тоже очень мелкие. Так и пошло оно в жопу. Надо наслаждаться жизнью, потому что все это просто не имеет значения. Наслаждаться всем, что у тебя есть. Обсерватория. Замоченная скважина, через которую можно взглянуть на Вселенную, в то время как Вселенная смотрит на тебя. И не усмехается твоей любопытству, нет. И даже не зловеще готовит планы по твоему уничтожению. Хуже.
Она тебя просто не замечает. Самое главное, насчет выдумки. Большинство историй Лавкрафта звучат так, как будто бы они происходили на самом деле, как документальное кино. Например, если взять «Хребты безумия». Вся книга написана так, как будто бы это бортовой журнал одного из экспедиторов, который решил посетить Южный полюс. Вы читаете эту книжку и думаете, а вдруг это действительно просто бортовой журнал, который решили опубликовать. То есть реалистичность этих произведений пугает до дрожи. Возьмем «Ведьму из Блэр» как пример. Почему это кино было такое страшное, когда оно выходило? Потому что большинство людей думало, что это действительно пленка студентов, которую нашли и показали в кинотеатрах. Почему это так страшно? Потому что мы все думаем, что это действительно происходило на самом деле. Возвращаемся к «Ведьме из Блэр». Это было страшно буквально 15-20 лет назад. И сейчас это немножко устарело. Вы видели, как много снимается фильмов, которые делаются от лица камеры, и сейчас это уже совершенно не круто. Говард Филлипс Лавкрафт писал свои книги 100 лет назад, и они до сих пор страшные. Это ли не показатель качества? Проверка времени. Так когда же я начал этим заниматься? До Провиденса, до Луизианы, до Некрономикона. Не могу вспомнить. Ах да, я искал один прибор для моего заказчика. Ни один музей проверил, пока меня не навели на музей шпионской техники КГБ. Как он там очутился, я слабо представляю, но меня уверяли, что ученый, создавший эту машину, погиб. И его коллеги пытались использовать прибор в военных целях, маскируя под обычный пеленгатор. Сотрудница музея нехотя показала мне, как он должен включаться. Кто бы мог подумать, что он все еще работает. Очнулся я уже в больнице. Укусы и ожоги, покрывающие мое тело, не смог объяснить никто. Но зато я познакомился с медработником из института в Провиденсе. Он проходил там практику. Его страшно волновала история моей болезни. Он рассказал, что работал над такими укусами с коллегой по имени Герберт Уэст. Парень, мечтой которого было оживлять мертвых. Не знаю, насколько у него это получилось. Но по слухам, он старался очень хорошо. И наконец, самое главное и самое очевидное. Страх неизведанного. Вы много раз слышали фразу, что люди боятся того, чего не понимают. Смотрите, привожу пример. Вы сидите в лодке посреди океана. Вокруг виден только горизонт, а под вами километры темноты. И тут начинает виднеться гигантское нечто. Не сразу, постепенно вы видите расплывчатые очертания. Вы понимаете, что у этого существа есть щупальца и зубы, но что это конкретно узнать не представляется возможным. Каковы его истинные размеры, даже представить трудно. Где он заканчивается и сколько еще массы находится под водой. Лавкрафт играет с этими понятиями просто гениально. Почему? Потому что он создал гигантскую вселенную. И все в ней работает как по законам физики. Поэтому нам так интересно немножко ее коснуться. Каждое его произведение – это просто маленькое окошко, через которое мы можем посмотреть на его вселенную. И мы верим, что она работает, потому что она продумана целиком и полностью. Я как-то наткнулся на бортовой журнал, или скорее дневник, исследователей Южного полюса. Их обыденную рабочую жизнь прервала одна находка. Они нашли нечто. Особь. Имитатор.
Что-то древнее, древнее самой истории. Злобное и беспощадное. Способное просто скопировать любой организм. Доказательств, правда, никто не нашел. Как всегда. У Говарда Филлипса Лавкрафта не очень много хороших экранизаций. Но на это есть очень простой ответ. Его просто почти нереально экранизировать. Например, взять его произведение «Цвет из иных миров». Как можно снять на пленку цвет, которого не существует на нашей планете? Не может быть много блокбастеров про Говарда Филлипса Лавкрафта. Почему? Потому что все его истории идут не таким путем, как обычное кино. Я думаю, самой лучшей идеей для экранизации Лавкрафта был бы мини-сериал, как, например, «Любовь, смерть и роботы». Несколько разных эпизодов, как короткометражки. Кстати, я очень рекомендую «Любовь, смерть и роботы», серия 7 «За разломом орла». Почему? Она не имеет никакого отношения к Лавкрафту, а к его произведениям, но в ней есть дух лавкрафтовщины. Очень-очень рекомендую. Давненько я не плакал, но когда я посмотрел эту серию, черт побери, я немножко прослезился. Давайте ознакомимся с несколькими фильмами и сериалами, которые очень близки к экранизациям Лавкрафта. Начнем с полустуденческого фильма под названием «Зов Ктулху», который был снят в стилях немого кино. Оно черно-белое, оно немое, и все спецэффекты сделаны руками. Даже «Тихий океан». Кукольный Ктулху, грим на лице, все это просто поразительно. Рекомендую всем, это очень легко найти в интернете. «Зов Ктулху» 2005 года. «Дагон» — фильм, основывающийся на истории «Тень над Инсмутом». Конечно, он не очень близок к оригиналу, но основная идея все-таки сохранена. Вы можете увидеть, как испанское кино класса «Б» может показать очень хорошую историю и просто представить, как это было бы хорошо, если бы мы дали бюджет фильма A. Блокбастер. Я рекомендую этот фильм как минимум для того, чтобы, посмотрев его, вы сказали: «О, какая интересная история, я хочу о ней почитать». «Реаниматор». Как минимум первая часть максимально близка к оригиналу. Джеффри Холмс играет эксцентричного ученого, который пытается сделать что-то прекрасное, от этого получается кромешный ужас, как я его понимаю. Также вместе с Джеффри Холмсом вы можете посмотреть фильм «Извне». Этот фильм, конечно, очень сильно отдает категории «Б», но это все еще очень интересная история, почти полностью основанная на истории Говарда Филлипса Лавкрафта. Вы понимаете, иногда мы очень скучаем по этим великолепным спецэффектам, которые сделаны руками гримеров, эти куклы, аниматронные монстры. Это было очень хорошо. Как минимум, сделано с душой. Ну что ж, пришло время поговорить об одном из самых качественных экранизаций Говарда Филлипса Лавкрафта. Когда мы говорим об аниматронных куклах, о гриме, мы не можем упомянуть самый лучший фильм Джона Карпентера, а именно «Нечто». Возможно, фильм 1982 года «Нечто» неправильно называть экранизацией Филлипса Лавкрафта, но если вы прочитаете описание, оно выглядит точно так же, как описание книги «Хребты безумия». И, конечно же, мы знаем, что Джон Карпентер был большим фанатом Лавкрафта и делал это под большим вдохновением после прочтения его историй. Если вы не смотрели этот фильм, то я вам страшно завидую. Это одно из лучших хоррор-произведений в стиле научной фантастики. То есть это и не фантастика, и не ужас, а что-то вместе. Но не путайте с приквелом 2011 года, этот фильм говно. Также у нас есть фильм 1991 года «Воскресший»,
Незаслуженно забытое произведение, которое не заметил никто. И никто о нем не знает, но, честно говоря, оно очень близкое к произведению Говарда Филлипса Лавкрафта «Дело Чарльза Декстера Уарда». Конечно, я могу вам рассказать про много отсылок разных серий сериалов или каких-то дешевых фильмов, которые, честно говоря, не очень. Но я, пожалуй, не буду этого делать. Все-таки мы продолжаем верить в лучшее. Надеюсь, вы смотрели великолепный фильм «Мэнди» с Николасом Кейджем. Буквально на днях я узнал, что его создатели будут экранизировать «Свет из иных миров» Лавкрафта. Это очень хорошая новость, потому что «Мэнди» был просто буйством красок и эмоций. Кто не смотрел, всем рекомендую. Конечно, я слабо представляю, как можно экранизировать неэкранизируемые, но уж кому-кому, а эти ребята должны выдать нечто креативное. Как это будет выглядеть? У меня нет никаких идей, но я с нетерпением жду этот фильм, потому что фильм «Мэнди» был охренительный. Я пытался найти ту пустошь, в которой ничего больше не растет. По описанию она должна быть где-то недалеко от города Аркхам. Она должна быть где-то рядом. Та страшная история про метеорит, что упал в колодец недалеко от фермы. Те цветы, что начали расти. Те бедные животные и люди, которых расплавил цвет из иных миров. И то, что в итоге вырвалось на свободу. Помните Гильермо дель Торо? Мечта всей его жизни – это снять экранизацию произведения «Хребты безумия». И мы очень надеемся, что после того, как «Форма воды» взяла Оскар, ему наконец дадут денег на это. А там, глядишь, мы увидим хорошую экранизацию Дагона, Уруса Данвича и остальных произведений. Может быть, мы увидим хорошего Ктулху. Кто знает, как сказал один умный человек, «Нет, я не идиот, сэр, я мечтатель». Время шло, я двигался дальше. В какие-то дома меня пускали с радостью, какие-то были закрыты или даже заколочены. Я пытался ухватиться за любой шанс. Возможно, благодаря этому я сейчас собираю свой рассудок по кусочкам. Когда мне предоставилась возможность изучить Шаннет Хаус, только на одну ночь, я решил объединить это время с ночлегом. Это было глупо. Но и верить в истории про погребенных монстров в подвале тогда тоже казалось глупым. И уж тем более ведьм, вылезающих из углов определенного градуса. И крыс с человеческим лицом. Я устал. Я хотел спать. А теперь я не могу понять, проснулся ли я.
Та ночь показалась мне длиной в неделю. Но утренний свет моментально заставил меня поверить, что все хорошо. И это всего лишь сны. Как легко наш разум защищает себя от безумия. Несмотря на то, что я точно помнил, куда положил свою книгу. Ну что ж, давайте разбираться, насколько все плохо. Когда я начинал снимать видео напротив дома Говарда Лавкрафта в Нью-Йорке, я познакомился с хозяином дома. Представьте, как он был удивлен тому, что узнал, кто жил в его доме. Это было очень грустно слышать, что он живет здесь больше 50 лет и совершенно не знает, в каком доме он живет. В Провиденс я ехал полный вдохновения, потому что думал, что это город, в котором все знают о самой главной достопримечательности, что все знают, какой человек был рожден в этом городе. Но меня ждало дикое разочарование. Все началось с маленькой мемориальной досочки, в которой была написана площадь города Филлипса Лавкрафта. Она находится на телефонном столбе. Честно говоря, это на площадь-то и не похоже. Это просто маленький перекресток. Каково было же мое удивление, когда я познакомился с людьми, которые установили эту дощечку. Маленький магазин посреди города. Но он меньше сувенирной лавки. На самой любимой улице автора, Angel Street, находится порядка 10 книжных магазинов. Из них даже видно место, где был его дом. Но никто из них не поставил его бюст напротив его книг. Более того, я даже не нашел его книг там. Ну, давайте будем справедливыми. Может быть, я их просто не увидел, потому что путь мне преграждал гигантский постер с очередной историей про молодежь, которая бегает в голодных играх в лабиринте через какие-то инсургенты. Место, где был рожден Говард Филлипс Лавкрафт, не имеет клумб вокруг. Нет даже лавочки с его именем на этом. Даже просто площадки, куда можно было принести цветы. На месте его дома стоит Starbucks. Но это не трагичный фильм. Сейчас я расскажу вам обратную сторону медали. В том же самом порядке. Как только я познакомился с хозяином дома, в котором жил Лавкрафт в Нью-Йорке, первое, что он сделал, когда узнал, кто жил в его доме, побежал обратно домой, чтобы рассказать своим детям, кто жил в его доме. Он так хотел этим поделиться, потому что сейчас его жизнь стала гораздо интересней. Как мне было приятно общаться с людьми, которые владеют маленьким магазинчиком Providence, потому что они рассказывали, как каждый год они добиваются того, чтобы памятник Лавкрафту был установлен в самом центре города. Я даже видел этот памятник, он выглядит охренительно. Он стоит с книжкой, из которой вырастают щупальца. Это очень круто. Каждые два года в Providence проходит фестиваль, который называется Necronomicon. Каждые два года люди, такие же как и я, пытаются прийти на фестиваль и рассказать, насколько это было важно. Обязательно поеду туда следующим августом. Когда я посетил тот самый нехороший дом, я был приятно удивлен. Это прозвучит парадоксально, но когда я увидел хозяина дома, я попросил его, можно ли мне поснимать немножко тот самый дом, что он мне ответил: «Черт побери, опять? Ладно, снимайте». И я понимал, что я совершенно не первый, кто был здесь, может быть, даже на этой неделе. И извините, пожалуйста, но я постараюсь прислать вам еще больше туристов. Адрес вы можете увидеть в описании. Ну и, конечно же, самое главное. Дом, в котором Говард Филлипс Лавкрафт жил после его рождения, когда я пришел к нему поснимать немножко просто снаружи, я увидел, как ко мне идет хозяин этого дома. Знаете, что он мне предложил? Зайти внутрь. И показал мне несколько секретиков, потому что он понимал, кто я такой, ради чего я это снимаю и почему я так люблю Лавкрафта. Но пускай то, что он мне показал, останется секретом. Я шел сквозь Провиденс, а дух города шел сквозь меня.
бюст Лавкрафта в главной библиотеке, мемориальная доска на перекрестке с его любимой Энджел-стрит. Дом, где он родился, давно утрачен, но дом, где он вырос, все еще стоит. Обычный, скромный, незаметный. Магазин, названный именем Лавкрафта, находится в центре города. Для его жителей и гостей Новой Англии это всего лишь сувениры, напоминающие о выдуманных историях и мифах. Безобидных, безопасных. Давайте подведем некоторые книжные итоги. Если вам действительно интересно, что вы можете почитать, чтобы узнать больше о этом авторе? Я думаю, что первое, что вам нужно прочитать, это история под названием «Дагон». Она очень короткая, но она сразу погружает нас в атмосферу его произведений. Когда вы будете читать про описание гниющих рыб, поднявшихся со дна морского, как они воняют на палящем солнце, как главный герой пытается пройти сквозь всю эту черную землю и кого он встречает, это поражает. Классика – то, что необходимо прочитать. «Тень над Инсмутом», «Зов Ктулху», «Хребты безумия». До этого я уже сказал слишком много об этих произведениях, поэтому я рекомендую вам просто сесть и прочитать их с минимум информации. «Ужас Данвича». Честно говоря, я даже не знаю, как поделиться с вами информацией, чтобы избежать спойлеров. События, произошедшие в Данвиче, настолько страшные, невероятные и первобытные, что вы просто будете по-другому смотреть на маленькие городки. Конечно, то, что я сейчас перечислил, это мои любимые произведения. Но мир Лавкрафта гораздо глубже. Все эти произведения работают в одной вселенной. Формально все его произведения находятся в одной и той же вселенной, как франшиза с кучей спин-оффов. Но некоторые из них не касаются ни Некрономикона, ни Ктулху и ни всех остальных богов. Ну, конечно же, эти короткие истории не становятся от этого хуже. Поэтому сейчас я скажу вам несколько хороших примеров коротких историй, которые не касаются основной идеи Лавкрафта. Например, произведение «Изгой», «Из глубин мироздания» или просто «Извне» и короткий рассказ «Каменный человек». Инсмут. Тень над ним скрывает страшные обряды культа Дагона. 100 лет назад он был здесь. В книгах и газетах описывают военные действия, после которых и следа этого культа не найти сейчас. Люди призывали Дагона и медленно превращались в глубоководных, теряя людской облик. День за днем, после чего уходили в океан. Если это все неправда, почему это место так похоже на алтарь, ведущий к океану? «Каменный человек» — это как детектив. Интересная история, в которой вы не знаете, что происходит и почему, и вам правда интересно, чем это все закончится. «Извне» расширит ваше сознание. Черт побери, да это же просто ЛСД в буквенном варианте. Это охренительно. Рекомендую всем. «Изгой», если вы не знаете спойлеров про это произведение, если вы не сможете догадаться, что происходит, черт, эта книга, возможно, заставит вас немножко поплакать. Действие рассказа «Каменный человек» происходило среди гор и холмов. Вокруг были сплошные камни и жуткий холод. Но я шел вперед, зная, что где-то здесь, среди деревьев, могут быть человеческие останки, заточенные в камень. Если бы я их нашел, это было бы неоспоримым доказательством. В книге люди превращались в камень не спеша, может быть.
можно найти кости или органы внутри статуи. Каменного человека было бы здорово. Вот только за 80 лет здесь уже ничего не осталось. Если вообще было. Хорошее, умное и талантливое должно становиться популярным. Я понимаю, что это очень трудно, да это даже практически невозможно. Но сдаваться нельзя. Говард Филлипс Лавкрафт – это человек, который поменял всю суть жанра ужасов. И, к сожалению, он не популярен. Мы должны это исправить. Всеми своими силами просто становиться умнее. Начинайте читать книги, смотрите хорошие фильмы и просто поделитесь этим со своими друзьями. Расскажите это своей маме, расскажите это своему другу. Может быть, в следующий раз, вместо того, чтобы читать какой-нибудь дурацкий детектив, они прочитают Говарда Филлипса Лавкрафта. Может быть, в следующий раз, перед тем, как пойти в кино и посмотреть какую-то очередную идиотскую комедию, они посмотрят «Форму воды» или, например, «Лабиринт Фавна» или какую-то новую экранизацию, которую сейчас не существует, но, может быть, мы все вместе это исправим. Если вы чувствуете то, что чувствую я, если вы хотите видеть то, что хочу видеть я, если вы думаете так, как думаю я, просто присоединяйтесь ко мне. Я снял этот фильм при помощи нескольких друзей, без большого количества денег и очень далеко от дома. И, разумеется, без всякой рекламы. Так что присоединяйтесь ко мне или просто поддержите меня. Все полученные средства, конечно же, я пущу на новые проекты или, может быть, на новое большое путешествие, чтобы рассказать вам о чем-то интересном, большом и неизведанном. Но если, как и в этот раз, откликнется очень мало человек, и никто не пришлет денег, и я также останусь несчастным художником в абсолютном одиночестве, что ж, ничего страшного. Мне не привыкать, я сделаю это еще раз. Лучше умереть без вестности и в полной нищете, но защищая правое дело, нежели получать кучу денег за то, что губит искусство и культуру. Возможно, это только мое мнение. Но, может быть и нет. Большое спасибо. Меня зовут Алексей Каталевский. До встречи. Где? Сколько раз я был здесь? Я уже проснулся? Или я все еще сплю? Я слышу его. Великий Ктулху зовет меня. Он шлет это видение в мой сон, а значит, я все еще сплю. Или же все это наяву? А значит, я сошел с ума. Единственное, в чем я сейчас уверен, это то, что у меня остался лишь один способ проверить.